Да, я... Что? Ты поспала? Да, я спала. Я с Арсением, мы уснули. Вот сколько? Он час 20, наверное, проспал, и я вместе с ним. Но мы встали во сколько? В 4:30. Опять, потому что приехал поезд, но вот... А что у тебя на голове? Ты чья? Арсения. Арсения? Она с крокодилом носит, да? Ей дала нашу, мы уже в этом году не покупали еще. Она, видимо, не захотела. А не слетает. Голова моя. Дима уехал за Алиной с Антоном. А, уже поехал? Да, сказали так. Да? А вы решили все, не ездить? Надо пойти взять нам чемодан. Вам тоже дать маленький? А мы возьмем чемоданчик маленький. Они нас решили вообще без машины. Да. Это мне придется пешком ходить. Ну, так тебе полезно сахар разгонять. Мне же капец. Тебе полезно разгонять сахар. Вот девчонки пришли. Приехал Арсений, да? Нам кого-то повезло, как будто нас уже каникулы. Нам ничего не задавали. Учебники все сдали. А Тома пришла уже? Видал, какая у нас форма, да? С утра ты я не звоню. Ну? Ну, мне уже я какой раз сюда теряла. Это я Кате рассказываю, говорю, это сейчас еще получше стало, что кителя только оставили. Мы ж первый год приехали, заставляли прям брюки с лампасами носить. Брюки, специальные рубашки казачьи. А вот уже Тома пошла, и та же учительница наша, которая вообще не разрешала, она сама предложила, говорит, ну возьмите блузочки красивые, сарафанчики. Единственное, чтобы китель был на празднике. А так вот это. А то, что вообще невозможно. Жарко, это сейчас уже прям так печет. И будет это как ее. Отработка? Да. Она подглазила. Что за отработка? Ну, пророчила. Не помню, как она называется. Отработка. А, типа практика? Три дня. Не три дня. А что? Подожди, а что будете? Полчаса? С 8 утра до 10 утра. А что, будете грядки полоть? Да. Ну классно же. Правильно, с 5 класса начинается практика. С 8 утра, мам, до 10. Мы всю жизнь ходили на практику. Ну. В 10 классе вообще школу белили. Да. Короче, все, надо собирать чемоданы, начинать. Еще я в душ бы хотела сходить. Мы так все сходили, ты одна осталась. И все. Вот и Тома идет уже из школы. Ну что, отучилась? Ну все, беги домой. Настя собирает чемоданы. На 2 дня все-таки едут. Уезжают все, кроме нас. Оп. Смотрите, Арсений такой рыжий. Прямо рыжий. Томочка, сядь рядышком. У Томы мы с... Мама ползать научился. Да? У Томы спрашивали свои рыжие. Да, она рыжеватая, но кончики еще в прошлом году как красили, так они и остались. Я хочу красный цвет опять пока. Мам, вот смотри, начинается. Ты видела? Ну-ка, покажи. Давай. Да, возьми Тома, не Вика, давай. Я там тебе сказал, что 50 квартир, лучше мы его приделать. Потому что не то, что долго. Он Тома не трогаем. Не, он еще никак, он еще балуется. Он только что был, мы сейчас туда. Вот, смотри, встает. Руками подвигайся. Никак, скажи, Матейка, никак. София, ты ж делись. Ты чё? С Арсений играл, пришла, отобрала. Матвей. Ну, давай, давай. Ну давай. Видите, какая камера у Кати с Алексеем. 24-го они обратно вернутся, я попробую на нее поснимать. Вот она какая маленькая, удобная. С
сейчас не получится, потому что она как-то снимает на флешку, а потом через флешку можно на ноутбук. Вот. 24-го приедут, они уезжают только 25-го. И я 24-го на нее поснимаю. Ну, здравствуй, доченька. Привет вам. 25-е число. Все уже обратно. И не выгонишь ничем. Все, блин, тащатся опять. Привет, доченька. На самом деле это шутка. Они тоже уезжают. В последний момент решили. Вот Антошка. Ага. Купальники взяла? Дома здесь. А ты уверена? А Антону? Купили сегодня. А, ну хорошо. Вы... Пакет сам. Понятно, понятно. Ну, надо Саше сказать, чтобы собирался тоже. Все, сейчас вещи соберут и поедут. Настя обещала поснимать, так что будет видео. Там домик на 8 человек. Потом посмотрим все вместе. Я говорю Кате, чтобы занесла домой, иначе кот все пометит. Конечно, зачем? Ну. Мама, иди снимай. Он умеет, мам. Чё? Он с ним, он научился ползать. Да, давай, сейчас покажу. Ну, если он сейчас захочет, конечно. Да, готово, готово. Так, давай, давай. Ну, давай. Он сейчас не будет ползать, я скажу, что вам. Реально. Все, попал? Ага. Видала? Ну-ка, видели? Вы видели? Угу. А ты говоришь, нет, нет. Здорово. Давно не виделись. Полночи. Видишь? А что, они сегодня уехали? Вчера уехали, опять приехали. Видишь? Угу. Давай. Смотри. Давай, вот вы, а то тебе вспомнил. Софочка, иди сюда, покажи. Папа ей сережки купил. Иди, мама ей одела. Ну, встань сюда, милая, я покажу. Папа, он научился ползать, представляешь? Не видел. Вот. Сейчас покажем еще раз. Какие красивые. Да. Ну-ка. Поползешь? Далеко. Ты уже сережки надела. Да, красавица вся. Вот оранжевый. Ну, давай, Матвейка, деда порадуй. Встал. Тихо, Саша. Ну, день-два уже конкретно начнет ползать. Все, будем потом догонять. Давай, вот, смотри. Как хорошо, как раз и папка застанет этот момент. А вы вот эту штуку будете с собой брать? Да, взять. Ну, возьмите, чтобы он там мог ползать. Софа, не надо прямо около глаз. Ползать. Соф, стой. Вот тут раза 4 или 5 прополз. Ну. Вот. Вот, смотри. Ну все. О, сколько у тебя машин. Много, ну. Побольше, что ли? Ну, может, Настя это потом купит. Все, решетку упаковал. Коляску самое главное не забыть. Придется, а то, ну, на руках таскать его целыми днями, Матвейку. Все, Саш, собрался? Ты сланцы с собой возьми. Возьми с собой сланцы, в пакетик положи, чтобы не в обуви этой ходить. Олеж, дай это, пакетик. Так, продукты, наверное, еще не упаковали. Я не знаю, Саша там будет, не будет ходить купаться, постесняется, наверное. Ну, в сланцах-то, чего в обуви-то ходить?
О! Возьми ко мне чёрточка. Ого! Ну вот, Саш, возьми. Красивая ты какая поедешь. С новыми сережками. Вся красивая. Кудряшечка. Мама, пакетов не будет? Нет. Нету пакетов? Ну, спасибо. Кто? Вот, вспомнила, да? Здесь. Ну. Собирается. Ну. Все, сейчас собирается. Да. Уезжаешь от бабушки на целых 2 дня. Пирожок. Санька потеряла. Вон там где-то, там. Пошел за мной. Угу. О, как шумно. Ну, сейчас станет тихо. Все свалят. Все поедут отдыхать. Катюшина придумывала, всем подарки привезла. Да. Так, у нас подарок больше на эмоциональное состояние ваше. Правильно. Подарок для эмоций – это билеты в театр. Ого! На 1 июня, там, на вечер. На Алые паруса. Спасибо, да. Мурашки, еще такие подарки. Подарок. Классные. Третий там еще будет. И подарок вот есть в океанариум. Мы оплатим билеты. Это в Краснодарский океанариум. Это для детей, там для Жени, Тома, Софики и Саши. Спасибо. Так, какие крутые. Да, это София. София. А ему Женя нравится, он Жене хочет. И так получилось, что у Софии 2 подарка, а это подарок от родителей, от моих. Для Софии, для Софии. Софии, давай. Хватит ей одного. Вот смотрите, как радуется ребенок подарки. Вот дарит. Вот черный цвет, вот Томи. Это сам радуется больше. Вот в желтеньких шортиках Женя сидит. Женя. Спасибо. Так, ну это Дарине. Ага, Дарине. В субботу. Иди сюда, котенок. Это Алине. Тетя Алине. Вот. Спасибо. Матвею. Матвею аккуратно. Это Саша. Вот Саша. Саша, дарим Сашу рисовать всегда. Mm-hmm. Все, все подарки. Ой, да. Спасибо, Катюша. Настя отдельно, мальчишка еще отдельно. Ну, я Насте тоже говорю, Настя говорит, они отправили. Нам подарили, да, нам да. Подарили ребенку, но мы сейчас фотографируем. Это София подарок. Да возьмите с собой, ну, там как раз, ну, дома там и, ой, дома говорю, давай, там и поиграете. Давай откроем, хочешь? Какая куколка интересная. Возьмем с собой. Да, и потом там поиграете. Какая красивая. Ого. Ну-ка покажи. София, покажи поближе. На тебя похоже. Какая красивая. Как ты ее назовешь? Это похоже ручная работа, что ли, да? Да, ручная работа. Угу. Все, убежала. А это тоже конструктор. Мама, смотри, что у меня. О, Катя знает, что дети любят. Бисер. Это рисовать? Вот эти краски. Это карандаши цветные. Да, они прикольные. Вот, например, вот это. Это карандаш такой. Мам, вот это да. Пластик. А у меня есть такой. Угу, спасибо. Мама, спасибо большое. Потом подойдешь. Нормально прочитала? Подожди, ну-ка, доча, покажи тебе что. Косметика. Косметика? Ну, как любит, ага. А то я твой беру. Я собираю. Ага. Тома, смотри, смотрите, специальный этот, как я забыла, пинцет. Пинцет.
Пойди попробуй душ. Специальные ножи. Ну, себе иди потом покажешь. У нас мама, а у меня вот такие мелкие. Стойте, ого. Специальный такой ножичек, чтобы лес срезать, потому что у меня маленький, знаешь, такие. Угу. Леска, и еще леска, и проволока. А я тебе говорила, надо купить. Какая счастливая Женя. Тут что ей иголки, ну. Сколько можно собрать, да? Мам, сколько здесь лекарей? Угу. Мам, вот смотри. София. Еще у нее иголки. Угу. София. Ну, Катюша всем угодила, прям все такие счастливые, все, что как раз и любят. Ну. Да, да, да. А тут еще такие мармеладные мишки, ну, типа. Две такие. Угу. А тут вот еще. Матвею тоже понравилось. Для Сережек делать. Красивая придет. Мама, угу, угу. Дайте я тут все покажу. Вот для Сережек тут делать. Для Сережки. Тут тоже для Сережек делать. Неси, Матвею, нас его одевать будут. Пап. Что, нравится? Ну, да. Прям очень. Да. Такие да, счастливые все. Разные, да, тут всякие, да, разноцветные. Я тебе еще хотела подарить книжку, типа по плетению для бисера, но подумала, что читать вам лень. В интернете найдись. Ну да, да. Ты что, не открывай? Том, а вот это вот собрать, тут видишь, какие мелкие. Есть разные всякие. На стол поставишь бы. Мам, это Сережка. Прям Сережка? Да. Сейчас попробую. Ну, типа, чтобы ну, да, 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 да. Собрать, ага. Вот, а по поводу океанариума, там соберетесь, у них нет почему-то сертификатов, они не сертификатов, онлайн-билеты не продают, мы бы сразу купили. А там через Настю я денег в поезд кину, поедете когда? А это... Краснодаре, океанариум. Ну, я имею в виду, что... Это ничего не надо показывать. Круглосуточно это... он работает, да, ой, круглогодично, да. Не обязательно прям какой-то день, ну, да? Если сюда поедете, тогда это не... Ага, ага. Ну, а вот это... А это на первый. Угу. Я да, у Насти спросила, спасибо. Она сказала, еще не едете. Не-не-не, там с Васиными зубами еще тоже непонятно, смотри, когда, сколько. Покажу. Тебе, ой, дочь, ой, тебе дочку надо. Смотри, видишь, какая? Она с Алиной обувается. Ну-ка, покажись. Ой, солнышко, скажи, солнышко. Все, все ждут, ждут тебя. Все, поехали. Ладно. Счастливо вам всем отдохнуть. Пока, пока, да. Он говорит, пошли в джип. У вас джип, да? У вас нет джипа, пойдем в джип. Дима уже переложил. Дим, ты Катину сумку сюда переложил? Да, вон она. Там просто дождь, поэтому так и висит. Так, ну ладно. Счастливо вам всем. Послезавтра ждем обратно. Отдыхайте. Ну. Все, пойдем. У меня телефон совсем садится. Пойдем, доченька. Ну, все, давай. Алина с Антоном в последний момент собрались совсем. Да. Когда вы решили? Вчера вечером. Вчера вечером? Ну. Ну, все, все, пойдем. У меня телефон совсем садится. Пускай едут. Написали по поводу сломанного выключателя. Это не сломанный. Дети везде все лепят. Видите? Ну, у нас везде все леплено. Все целое.